Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Максим Мадзе. И сегодня у нас снова Angry Birds Seasons. И сегодня у нас пасхальный эпизод, называется Easter Eggs. Короче говоря, эпизод посвящен Пасхе. Здесь очень много золотых яиц, я даже не помню сколько конкретно. Уровни всего 15, они довольно простые все. Я думаю, мы этот эпизод быстренько пройдем. Вот, собственно, вот так вот. Тут везде, на большей части уровней, спрятаны золотые яйца. Вот на этом уровне есть золотое яйцо, оно находится в этой траве. Сломать надо вот эту траву, и вот здесь находится яйцо, надо достать его теперь как-то. Красавчик, молодец. Так, и здесь где-то тоже золотое яйцо, по-моему, или нет? Нет, здесь нету. Да, трава полетела. Здесь золотого яйца нет, но уровень непростой, я вам хотел бы сказать. Целил, зараза-то. Сложный уровень, честно говоря, пошел.
нужна больше птиц сюда. О, наконец-то. Здесь тоже золотое яйцо спрятано. Тихо. Трезвость — норма жизни. Но это если что, соленая вода просто. Вот оно здесь находится. Тут можно было его разглядеть в траве. Правда, один, зараза, остался все равно живым каким-то образом. Еще одно яйцо спрятано здесь. А вот еще одно. Опа.
Секретный механизм. Отличненько, давай. Ломайся. Все. Давай. Ладно, хоть как-то. А вот еще и... Кстати говоря, эпизод Эстер Экс был в Angry Birds Chrome. Как здесь сюда добраться? Хорош, молодец. О, давай, поехал. Давай, взрывайся. Правда, толку от этого никакого нету. Для тех, кто не знает, что такое Angry Birds Chrome, была такая игра в интернете, онлайн, в Chrome, в браузере Chrome сначала появилась, потом появилась и в браузере. Там игра обновлялась, в 2011 году появилась, к сожалению, в 2015 году закрылась, в том году, когда открылся мой канал. Так, в мае, по-моему, эта игра закрылась. Почти что 5 лет назад закрылась эта игра. Очень, конечно, жаль. Не знаю, зачем они ее закрыли. Хорошая была игра. Там было несколько эпизодов из оригинальной игры Angry Birds и несколько эпизодов из Angry Birds Seasons. Вот он, Easter Eggs эпизод входил как раз таки туда. Там оригинала были эпизоды Porsche X, Mighty Hawks, Danger Able, The Big Setup и Hammerhead. Ну короче, первые 5 эпизодов из оригинальной Angry Birds было. Yeah.
Asian Killer Seasons, там, короче, были эпизоды Seasons Greetings, 3 Core 3, последний там появился Cherry Blossom, Esther X, Summer Picnic, Moon Festival, и все, по-моему. Еще там был эпизод специальный, вместо золотых яиц там были значки Google Chrome. И были уровни, похожие на Google Chrome, были сделаны были несколько уровней. В общем, хорошая была игрушка, очень печально, что закрыли ее. Еще была, кстати, Angry Birds Star Wars в онлайне тоже. Но там... Там был всего один эпизод. Это первый эпизод Татуин. Там... Дестар, ты должен был принять, но этого так и не случилось, по-моему. По-моему, этот эпизод так и не вышел. Там был какой-то дополнительный эпизод, которого не было в оригинальной Angry Birds Star Wars. Я даже в эту игру поиграть не успел, ее закрыли быстро очень. О, хороший, сейчас мы его добьем. Еще и был аналог Angry Birds Chrome, который был в Google Plus. Там Angry Birds Google Plus было. Там был, она была очень похожа на Angry Birds Chrome. Там был эпизод из Poshet X, был эпизод. Там точно такой же, там точно такая же графика, что и в Angry Birds Chrome. Там еще был эпизод под названием Teamwork, там что-то. Не помню, не совсем помню, что это за эпизод конкретно был. В 2013 году все игровые приложения из Google Plus были удалены, поэтому эту версию можно считать закрытой. Все игровые приложения из Google Plus удалили. Вот эти вот механизмы, из которых золотые яйца. Которые золотые яйца хранились. Там в Angry Birds Chrome, они тоже были, работали, но золотых яиц в них не было. Там еще было два своих уровня. Нет, три даже. Своих собственных уровней там были. Надо было там добывать не золотые яйца, а три пасхальных яйца в шапочки зайцы. Хорошая игрушка была. Мне нравилось. Angry Birds Chrome, кстати, первая игра, я начал знакомство с Angry Birds. Именно Angry Birds Chrome, не оригинальный Angry Birds, как многие начинали. А именно Angry Birds Chrome.
борется за бывшего. Динамит никак не взорвется. Ты будешь делать, ну ё-моё, ну как так-то? Так, еще одного, надо динамит взорвать этот. Так. Ну и так тоже сойдет. Еще одно золотое яичко тут скрывается. В этом пончике. В него долететь только как-то. Обязательно. Еще есть. По-моему, до сих пор есть. Игра Angry Facebook. Angry Birds Friends еще называется в браузере. По-моему, она до сих пор есть. До сих пор актуальна, но я не уверен, конечно. 100% это или нет. На Android, к сожалению, там. Она в браузере лучше, чем на андроиде. На андроиде на уровне меньше гораздо. Нет, по-моему, золотого яйца нет. Что-то похожее где-то было. С вот с таким вот шаром деревянным. Было что-то похожее. Буковка Н получилась. Yeah.
О, последний. Это не так. Молодец. Вроде бы все яйца добыли. И довольно много было. Все, наконец-то. Ну и давайте пройдем эти бонусные уровни, что мы собрали. Мне кажется, я не собрал где-то одно. Ладно, давайте их проходить. Что увидим, что они собрали. Или собрали. С шупе. Что это еще за шупе? Или скайп написано, что это? И смотрим, что из этого получается. Такие вот дела получаются. Ютуб. Отсылочка. В те годы YouTube, когда этот эпизод вышел, в те годы YouTube не был таким популярным, как сейчас. Когда он вышел, он вообще популярный, например. В 2000-х годах YouTube популярностью не пользовался, на него мало кто ролики выкладывал. Нечто легкий уровень какой-то, честно говоря. Yeah.
вот так вот, наверное, надо было сделать. Молодец. Ну, еще кто-то остался. Вот такая вот цепная реакция идет. Типа просто смотри и наслаждайся. Газонокосильщики. Заливают яйца, надо такого не было. Один из них новогодний, блин. Почему-то. Хотя скоро Новый год, поэтому. Для нас это сейчас не новость. Такая вот цепная реакция получилась. Ну что ж, вот так вот. Теперь переходим нашему традиционному вопросу. На каком уровне было спрятано второе золотое яйцо? Второе по счету, которое мы добывали. И варианты ответа. Уровень 2, уровень 4 или уровень 5. Пишите свои варианты ответа в комментариях. Мы их обязательно проверим. Ну что ж, а на этом, пожалуй, все. С вами Лайкос и подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и на группу ВКонтакте. Все, всем пока.